Книга «Бескомпромиссный маятник», авторы Олег Мальцев и Том Пати. Слова автора Тома Пати. С детства я изучал каждый элемент бокса, который только существует. Я изучил записи боев из хроники почти каждого бойца, который когда-либо занимал это почетное место на ринге. Я смотрел все старые и современные бои с одной единственной целью – изучить стиль и найти недостатки. Я считаю привилегией, что я жил в доме легендарного Каса Дамата и тренировался у него. Несомненно, Кас был самым большим подарком для бокса, и нет ни одного тренера или менеджера, который был бы равен ему. Казалось бы, при таком количестве известных тренеров в истории, как я могу говорить такие вещи? Все просто. Я наблюдал и изучал их и их бойцов в поисках логики их действий и недостатков. Во-первых, то, что отличает Каса от всех остальных, он создавал чемпионов с навыками, как на ринге, так и за его пределами, тогда как большинство остальных просто тренируют бойца и в лучшем случае работают над стратегией. Но Кас обучал передовому уровню мастерства, что и отличало его от любого другого тренера любой эпохи. Во-вторых, почему Каса можно назвать не только великим тренером, но и великим менеджером? Для тех, кто не знает, Кас Дамата в одиночку сокрушил мир организованной преступности, который держал под контролем весь бокс. Ни один другой менеджер не смог бы противостоять и даже не взялся бы за IBC, международный боксерский клуб, организацию, которая работала в 40-х, 50-х годах и держала под контролем чемпионов, бойцов, самые крупные площадки проведения мероприятий и даже телеканалы, печатные СМИ и многое другое. Трудно даже представить себе такую крупную, мощную организацию с таким сильным влиянием. А Кас разоблачил ее и в конечном счете полностью уничтожил. Это, конечно, отдельная история, поэтому вернемся к теме безупречности навыков, которым обучал Кас. Просто посмотрите на записи боев Майка Тайсона 80-х годов, и вы увидите движение головы, уникальную стойку, неизвестную ранее, которая позволяла наносить сокрушительные удары. Майк доминировал над противниками, которые были крупнее его, и зачастую были более опытными бойцами, чем он. Не из-за скорости или его силы, а благодаря навыкам, которые преподал ему наш мастер, учитель, великий Кас Дамато. Прошли десятилетия с тех пор, как я выходил на ринг. Но я по-прежнему сохранил в памяти каждое движение, знание и навык, которым Кас обучал своих учеников. Эти методы тренировки были секретными для внешнего мира. Я считаю, что сейчас важно вернуть науке бокса этот бессмертный подарок – стиль Каса Дамато. Для меня это волнительно и доставляет исключительную радость поделиться этой важной информацией с Олегом Мальцевым, учеником и учителем, мастером всех направлений, связанных с боевыми искусствами, поединками и передовыми навыками превосходства. А ведь это и есть суть поединка – превосходить противника мастерством. Кас говорил, цель бокса – бить и не давать себя бить, и делать это так, чтобы публика восхищалась. Никто не хочет платить, чтобы посмотреть на скучного бойца. Мы должны восхищать толпу. Итак, вот оно полное руководство к навыкам и инструментам, необходимым для создания захватывающих, эффективных бойцов. Эта книга познакомит вас с самыми передовыми навыками, которые дают неоспоримое преимущество, которые когда-либо существовали на боксерском ринге. В то время как многие тренера просто тренируют отличных бойцов, Кас был единственным, кто создавал превосходство во время обучения. Эти навыки выходят за пределы временного фактора и работают так же эффективно,
как они работали в прошлом.